Наступил 2023 год, и я, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что сейчас большинство людей ходят в гости друг к другу с подарками, с посиделками, кушают и, конечно же, выпивают. И я думаю, что я также не ошибусь, если скажу, что выпивают, скорее всего, водку в 90% случаев, а может быть даже и больше. Новый год – это особенный праздник, да, и заслуживает ли он того, чтобы вы в Новый год купили себе премиальную водку? Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Всем привет! Вы на канале Дистиллят ТВ. Если вдруг вы забыли, я напомню, что мы дегустируем крепкий алкоголь. Разный. Коньяк, виски и иногда даже бывает водка. Вот это именно тот случай, когда мы дегустируем водку. И новинка в линейке премиальных водок – водка Шмидт от Максимум Россия. Именно этот поставщик завозит нам в страну такие известные бренды, как Акинтошин, Бругал Ром, который был у меня на обзоре, Хайланд Парк, Джим Бим, Мейкерс Марк, ну и так далее. И вот этот поставщик нам сейчас презентует свою водку Шмидт. Особенность этой водки, что в ней не содержится никаких добавок, кроме воды и спирта. Давайте открывать, да продолжим разговор. У каждого, как я говорил, мальчика должен быть свой ножичек. Пробочка аккуратная, пластиковая. Давайте наливать. При изготовлении этой водки используется 3-метровый слой активированного угля. Купаж угля туда входит березовый, кленовый и кокосовый уголь. Фильтрование происходит без всякого давления, за счет чего достигается особенно мягкий вкус. И на завершающем этапе эта водка фильтруется жемчужным фильтром. Звучит очень интересно и волшебно. Я верю в это волшебство. За новый 2023 год. Хотел я уже выпить, но надо же аромат сначала. Хотя водку-то особо нюхать не надо, но давайте все-таки проверим. Аромат еле-еле уловимый, водочный. Почти незаметный. Это еще больше разогревает мой интерес. Давайте выпьем за новый 2023 год. Рекомендация лично от меня, как пить водку. Налейте половинку. Именно такую дозу, чтобы вам удобно было проглотить ее. Подержите немного в ротовой полости. И потом проглотите. Если у вас после употребления водки не возникло бешеного желания закусить, то это хорошая водка. У меня такого желания не возникло. Очень мягко. Давайте сырком закусим. Кстати, как вы относитесь к легенде, а может быть к правилу, что когда ты сидишь за столом, употребляешь алкогольные напитки и кушаешь сыр, ты никогда не запьянеешь? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Давайте почитаем немножко. Водка Шмидт Суприм. Крепость 40 градусов, дата розлива, я на всякий случай также сообщаю, 13.08.21. Я не сказал о ценовой категории этой водки. Емкость данной водки 0,5 будет стоить около 1000 рублей, 0,7 емкость будет стоить около 1500. По дизайну все довольно-таки классически, бутылка классическая, водочная, не броская. Ровный такой, я скажу, дизайн. На контр-этикетке указан состав. Спирт этиловый ректификованный из пшеничного сырья люкс. Как существует поговорка в нашей стране, между первой и второй перерывчик небольшой. Дозатора на этой водке нет. Закручивается плотно и ничего не протекает. Никуда ваша водка не денется, если вдруг бутылка ляжет на бок. Давайте, надо с миском попробовать. Хочу пожелать вам, чтобы в новом году были только положительные эмоции, связанные с употреблением алкоголя. Ведь как ни крути, алкоголь — это изменение нашего сознания. И если вы употребляете его в меру, то он вам принесет только пользу. Я искренне в это верю. За ваше здоровье. Это прямой конкурент таким брендом, как Белуга, Абсолют, Финляндия водка. И я думаю, это будет действительно серьезная конкуренция, потому что водка очень мягкая. Одна из самых мягких на рынке. Так, давайте миском
либо с салом купеческим закусим. Бастурма из баранины. Шикарная вещь. Как вы будете пить эту водку, решать только вам, но я бы рекомендовал вам пить ее только в чистом виде. Все-таки это премиальная водка. На мой взгляд, если вы заплатили около 1000 рублей за бутылку водки, то, пожалуйста, будьте добры, проверьте, какая она в чистом виде. Ведь эта водка действительно очень мягкая. Ее можно пить без всякой закуски. Как говорил мой отец, царство ему небесное, повечерим тремя рюмочками, больше не надо. Это достаточно для того, чтобы у вас был крепкий сон, чтобы у вас поднялось настроение, и с утра вы проснетесь абсолютно с трезвой головой и чистым разумом за умеренное употребление и за ваше здоровье. Хорошо, прям все хорошо. И сальцо. Ну, все, сырок, бастурма и сальцо. Такой продукт можно смело рекомендовать. Я думаю, она понравится всем тем, кто употребляет водку. Поздравляю вас всех с Новым годом, с Рождеством. И желаю пить напитки только качественные и только в меру. До новых встреч. Пока.